Дорогие зрители, приветствуем вас на нашем канале. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. Несколько дней назад Дава, которого многие называют не иначе как бывший Бузовый, признался, что счастлив в новых отношениях. Правда, раскрывать имя своей нынешней избранницы не стал. Вместе с возлюбленной блогер отправился в отпуск на майские праздники, где поклонники и рассекретили личность новой девушки Давы. Ею оказалась популярная певица Мари Краймбрери. Один из поклонников Давида Манукяна, встретив его, попросил сфотографироваться. Блогер и по совместительству музыкант не отказал, да и его спутница охотно позировала рядом с юным фанатом. Оказалось, что майские 29-летний Дава проводит в компании Мари. Вместе на фото Дава и Краймбрери не попали, но сомнений в том, что эта сладкая парочка вместе, не остается. Отметим, что слухи об отношениях Давы и Мари Краймбрери ходят уже давно. Недавно блогер намекнул, якобы в отношении избранницы у него самое серьезное намерение. Молодой человек признался, что в этом году хочет обзавестись семьей. Хотя и с Ольгой Бузовой, по его словам, все было серьезно, и он даже сделал ей предложение спустя 3 месяца отношений. «Вообще хочу жениться в этом году, хочу детей», — с улыбкой на лице рассказывал на днях блогер в одном из интернет-шоу. Теперь фанатам осталось дождаться, когда Дава и Мари официально подтвердят свои отношения. Возможно, это произойдет совсем скоро. Спасибо за просмотр. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал.